Всем приветик! Вы на канале Элис ЛПС ТВ. И сегодня я решила снять для вас такое новое видео, и его название тег 5 любимых ЛПС. И я прошу прощения за то, что опять долго не было видео, почти 2 недельки. Просто я совсем не знаю, что мне снимать, поэтов у меня слишком мало пока что, и мои стоячки до сих пор никак не приедут. Мы уже вчера ходили на почту, и там сказали, что их еще не привезли. Очень-очень жаль. И да, если вы знаете, что мне снять, то, пожалуйста, напишите об этом внизу в комментариях. Я буду очень сильно рада и с радостью отвечу вам на все эти запросики. Ну а мы приступаем к тегу. 5 любимых ЛПС. И на 5-м месте у меня вот такой кетчоп. Это осьминожек. Мне он очень нравится тем, что он такой няшный осьминожек. Да, я его купила довольно-таки давно, очень давно. Поэтому он даже, как вы видите, потертый. Краска в некоторых местах стерта. Какой. Но мне он все равно очень сильно нравится. На 4-м месте у меня вот этот вот кетчоп. Это ящерица. Она мне нравится тем, что она очень милая такая. Милая. Она в отличном состоянии, не то что осьминог, вообще в хорошем состоянии, без магнитика, с сиреневыми глазками, блестяшечками. И на 3-м месте у меня вот этот вот пэтшоп, это морской конек, он такого нежно-голубого цвета, кстати, голубой цвет мой самый-самый любимый на свете, я его очень давно полюбила, и поэтому он мне очень нравится. Единственное, что меня не устраивает в этом морском коньке, то, что он неустойчивый, он постоянно падает, он все время падает. Это ужасно, конечно. Но ничего, постараюсь так его показать вам, чтобы он у меня не свалился. Вот такой вот няшечка. И на 2-м месте у меня вот этот вот пэтшоп. Да, это волк. Он продавался с куклой в наборе. Вот, кстати, кукла у меня тоже есть. Но она как-то уже не в очень идеальном состоянии, как вы видите. Ну, я с ней не играю вообще никогда. Такой вот волк прикольный. Он без магнитика. Такой вот. И он еще продавался вот с этой шапочкой. Посмотрите, какой я няшка. Ну, а на 1-м месте у меня, конечно же, Элис. Да. Элис, что с тобой? В этой юбке что-то стоять не можешь. Вот Элис, как вы видите, она моя самая-самая любимая, я ее просто обожаю, я ее все время ношу, люблю. Это стоячка, она просто няшечка, самая моя любимая няшечка. Она будет сниматься в сериале в моем, который уже совсем скоро в главной роли. В общем, вот такая вот красавица, без магнита. Ну вот, наш тег подошел к концу. Он был очень короткий, но я надеюсь, он все же вам понравился. Ну, а на этом все. Пока-пока. До следующих видео.